Всем здорово, с вами на Срал. Что хочу сказать? Четвертый сезон. Бля, это случилось. Дата выхода 1 февраля. Мы также не забываем про новую историю, которая выходит в четверг. Четвертый сезон будет происходить спустя 2 года событий после окончания третьего. Это будет финальный сезон, и в этот раз, да, финальный сезон. То есть дальше продолжения именно основной истории не будет. История этих всех персонажей подведется к концу именно в четвертом сезоне. Ни в пятом, ни в шестом этого не будет. Все, запомните эти слова, видос я этот удалять не буду. Осталось 11 дней. 11 дней, и то, до чего добирался я так долго, потому что я очень сильно хотел показать этот сезон. Когда я снимал первый сезон, я думал, поскорее бы, поскорее. Потому что в этом сезоне будет больше взаимодействий. Взаимодействий с многими людьми, с другими людьми. Раскрытие тех персонажей, которые ранее не раскрывались. Ведь персонажи уже выросли. Им уже не 12 лет, им уже 15-16 лет. Все детали, разумеется, я раскрывать не буду. Дождемся, когда выйдет, правильно? Советую максимально кликнуть на лайк. И ждать, потом 11 дней, ребят, ё-моё. В Телеграме также эксклюзивные трейлеры и тизеры. А также, не могу это не упомянуть, Бусти, где серия выйдет гораздо раньше, чем на Ютубе. Всё, ребят, ждём, возвращаемся к истокам, ебать.